Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у меня очень важные новости. Я нашел лучшую карту на планете Земля. Ребят, лучше этого я ничего не видел. Блин, ребят, я бы целовал руки этого маленького школьника, который строил эту карту. Ну что же, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, вот прямо сейчас поставьте лайк, не жалеете. И подпишитесь на мой канал, потому что, ребят, это самая лучшая карта, которую я когда-либо вообще видел. Ну что же, поехали. Так, ну что же, ребят, поехали. Нажимаем играть, создать сервер. Я скажу так, карта очень маленькая, но, ребят, ну карта действительно заслужит вашего внимания. Так, нажимаю галочку кастомные карты. Во, ребят, смотрите, называется карта Писун. Ну вы поняли, да? То есть это Писун. Так, ребят, заходим на нее. И вы только посмотрите, ребят, вот это да, вот это, пацаны, вот это просто космос, да? В стиле минимализма, ребят, очень классно, я в шоке. Есть еще талантливые люди, ребят, я, конечно, в шоке. Я всякое видел, ну что такое, тут бы даже, знаете, даже Да Винчи заплакал. О, смотрите, еще один парень я зашел посмотреть на Писюн. О, еще один, ничего себе сколько, пацаны, время на часах 2 часа ночи, но народ заходит и играет. И все это благодаря тому, что эта карта под названием Писюн. Ну, вы поняли, короче. Если что, это был рофл, говорю для всех. Если серьезно, я вообще не понимаю, почему, ну, можно добавлять все подряд карты. Это что за бред, ребят? Я, конечно, извиняюсь, но как-то обновление что-то не совсем продуманное, потому что вот такие вот школьники, как автор этой карты, добавляют всякие дебильные карты, типа этой. И потом я захожу посмотреть, что это такое, а потом оказывается какая-то лажа. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика, ребят, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. С вами был ваш Кент, и пока, всем удачи и всем-всем пока!